Расскажи, куда мы приехали? Да. Мы приехали в лесную сказку за зимними приключениями. Кто все эти люди, ты скажи мне? Это лесные жители, наверное. Это жители лесной сказки, что ли? Да. Пойдем с ними знакомиться. Это сказочные жители этого леса. Что там готовится в этом? Шулюм будет. Шулюм? Говорят, да. Мы в мясо добавляем. Уже обжаренный лук у нас там с помидорами и с мясом. И мы сейчас добавляем морковь. А здесь что готовится? Здесь картошка варится в мундирах. Лесные жители такие интересные. Они тут еще и кушать готовят. Сказочные гуси, привет! Сейчас стрелять будем? Буду синим. Да, будем стрелять, сейчас будем веселиться. Снег, понимаешь, снег. Так, швырила Настя. Команда оранжевых. Это... Команда зеленых. Сказочный воин готов. Звездные. Звездные воины. Даже на танках лиску стояли, прикинь. Ой, смотрите, кусочки. Если что, не переживайте, она будет решать вот это. Ну что, ты готов, воин? Ага, готов еще как. Даю свисток, мы определяем вам задачи на раунд. Ты куда зашел-то сейчас, здесь стрелять будут? Куда пойдет? Идет битва красный против зеленых. Окей, выдвигаем. Закончилась игра. Ваши ощущения? Классная игра. Хорош. Проиграли или выиграли? Я выиграл два раза. Твои впечатления? Победил хоть? Ага. Тебе кость подбили? Мне подбили кость, на самую кость? Попали в упор прям в нос. Сейчас будет дырка? Смена. Нет, дырки не будет, будет синячок. Вот такой же, как на руке примерно. Под глазами причем. И в руку попали. Кто за страйкбол был, да? Да. Ты куда едешь-то, Саша? Ты куда едешь? Туда? Козлам здесь нельзя ходить. О, привет, лесной человек. Или ты собака? Нида, привет. Привет. Она умеет вставать вот так? Да. Видишь, на двух лапах умеет стоять. А вот, шулюм готов? Мясо есть? Где моя большая тарелка? Ты за добавкой пришла? Да. А сейчас мы пойдем на пляж. Там пляж? Да, па. Туда пойдем? Да, па.
Пошли. Вот это да. Мы вышли на берег сказочного озера. Сказочного лесного озера. Сашенька. Немножко затянуло льдом по краям. Красота. Очень красота. Ляпота. Да, Саша? О, нельзя, о, нельзя снег, снег кушать. Фу. Не холодно ли тебе, девица? Не холодно мне. Очень даже не холодно. Не холодно ли тебе, красная? Не холодно мне. Очень даже не холодно. А чё ж не встаёшь-то с качели? Ты прилипла. 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 Ну все тогда, прилипай. Спать, пожалуй, я. Зима-то длинная. Не забудь только в феврале-то родить мне. Приходи. Вот, Коля, вот. Ну что, давайте немножко посередине. Правильно, чтоб на язык. Вот и закончилась наша сказка. Осенне-зимней лесной сказки. Столько тут земных, ой, лесных, лесных сказочных человечков было, и мы стали точно такими же. Столько всего сказочного сегодня увидели, сделали. И участвовали во всяких сказочных состязаниях, в дегустациях. Дегустациях? У меня просто подбородок замерз. Дегустациях Шулюма, да, и так далее. Дегустациях Шулюма. Было здорово. Ну и все, едем домой.